同学们好，здравствуйте, дорогие ребята. 我们现在一起上汉语课，你们准备好了吗？亲爱的同学们，请大家打开你们的课本，轻松学汉语第11课。Ребята, пожалуйста, сейчас возьмите свой учебник, откройте урок номер 11, возьмите тетрадь. Напишите сегодняшнее число. 今天我们学第11课老虎和小兔。我们学十个新的汉字和做练习。Сегодня мы будем учить урок номер 11, тема тигр из чата. Продолжение этой темы. Будем учить стих, новые иероглифы и будем делать упражнения. Цели сегодняшнего урока. Ребята, сегодня мы повторим тему действия. Будем учить новые иероглифы и научимся их правописанию. Будем учить стих и развивать навыки правильного произношения, а также развивать разговорную речь. Итак, начнем с повторения пройденных слов. 我们现在复习上节课学的生词。请跟我读，пожалуйста, читайте со мной. Ба, предлог для дополнения. Чуан, окно. Чуанзе, тоже окно. Гуаншан, закрывать. Тэн, лампа, свет. Мэн, дверь. Каймэн, открывать дверь. Чю, только что. Итак, мы повторили новые пройденные слова, и сейчас поиграем в игру. Сейчас на экран будут выходить картинки, а вы должны быстро отгадать какое-то слово. Так, как будет окно? Дуэй, чуан. Закрывать дверь. Как будет, ребята? Дуэй, гуаншан. Закрывать. Гуаншан. Дверь. Мэн. Правильно, молодцы, ребята. Открывать дверь. Хаймен. Молодцы, ребята. Включить свет. Или свет, лампа. Дэн. Хайдэн. Молодцы, ребята. А сейчас давайте по картинкам скажем, какие это действия. Первое, посмотрите. Входите, пожалуйста. Как будет, ребята? Дуэй. Чинчин. Мы все это проходили на прошлом уроке. Мы сейчас повторяем. Не разговаривайте. Дуэй. Пе шохуа. Вставайте. Чан чилай. Молодцы. Поднимите руку. Чин чи шоу. Молодцы. Садитесь, пожалуйста. Чин цой ся. Молодцы, ребята. Включите свет, пожалуйста. Чин хай дэн. Выключить свет. Выключите, пожалуйста, свет. Чин куан дэн. Откройте, пожалуйста, окно. Чин кай чуан. Как будет, пожалуйста, закройте окно. Дуэй. Чин куан шан. Куан чуан. Пожалуйста, откройте дверь. Чин кай мэн. И, пожалуйста, закройте дверь. Чин куан мэн. Молодцы, ребята. А теперь сделаем физминутку. Изобразите следующее действие. Ребята, пожалуйста, встаньте с места. И какие действия сейчас я буду говорить здесь, вы должны это изобразить. Первое. Цося. Вы сели, ребята? Молодцы. Хаймен. Что нужно сделать? Открыть дверь. Изобразить, как вы открываете дверь. Хаймен. Дальше.
Хуабин. Что нужно изобразить? Дуэй. Кататься на коньках. Хайчуан. Изобразите, как вы правильно открываете окно. Чишоу. Поднимите руку. Молодцы. Вы подняли руку. А теперь пхаобу. Изобразите бег на месте. Пхаобу. Бегать. Молодцы, ребята. Тхизучу. Это любимое ваше занятие. Тхизучу. Играть в футбол. Изобразите, как вы играете в футбол. Джанчилай. Дуэй. Встаньте. Молодцы. Встали. Чима. Это тоже любимое занятие для мальчиков, наверное. Чима. Кататься на конь, на лошади. Изобразите, как вы катаетесь на лошади. Чима. Молодцы. Чифан. Да, ребята, вы уже это сами изобразили, я думаю. Кушать. Танг чучен. Качаться на качелях. Молодцы, ребята. И последнее. Чи ци синчо. Кататься на велосипеде. Молодцы, ребята. Мы с вами изобразили эти действия и повторили заодно. Молодцы, ребята. А теперь учим новый материал, новые иероглифы. Страница 78. Посмотрите, первый иероглиф. Этот иероглиф читается «дзу», переводится «нога». «Дзу», «дзу», повторите за мной, «дзу». И давайте посмотрим на правописание этого иероглифа. Этот иероглиф состоит из семи черт. «Дзу», внимательно посмотрите. И давайте посмотрим, в каком направлении ваша ручка должна двигаться в тетради. Молодцы. Следующий иероглиф. Цоу. Цоу. Идти. Цоу. И давайте посмотрим правописание иероглифа цоу. Этот иероглиф тоже состоит из семи черт. И давайте посмотрим, в каком направлении ваша ручка должна двигаться в тетради, когда вы пишете иероглиф цоу. Молодцы, ребята. А теперь поставьте на паузу и, пожалуйста, эти новые иероглифы, эту страницу перепишите себе в тетрадь. Итак, если вы переписали эти новые иероглифы в тетрадь и их правописание, то мы сейчас будем учить новый стих. Стих называется «Тигр и зайчата». Страница 78. 我们现在一起来学诗歌《老虎和小兔子》. Готовы, ребята? 这是什么? 他们是谁? 这是小白兔. 这是什么? 这是老虎. Итак. Давайте прочитаем этот стих. Лауху яо чи сяо бай ту. Лауху, тигр, яо, хочет, чи, съесть, сяо бай ту. Маленьких зайчат. Маленьких белых зайчат. Итак, прочитайте за мной первую строчку. Лауху яо чи сяо бай ту. Следующая строчка. Бай ту, куан шанг мэн. Бай ту, белые зайчата. Куан шанг, закрыли, мэн, дверь. Прочитай. Гэн во ду. Бай ту, куан шанг мэн. Следующая строчка. Бай ту, куан шанг чуан. Зайчата, закрыли, окно. Чуан, окно. Чин гэн во ду. 拜托关上
窗。Следующее, 老虎进不去。进不去的你 может войти。老虎进不去。Тигр не может войти. Прочитайте за мной. 老虎进不去。И последняя строчка. 气得直跺脚。气得это гневаться, сердиться. 气得от гнева. Прямо. 跺脚. 跺脚это топтаться. Топтаться на месте. Топчется на месте. От гнева прямо топчется на месте. 气得直，气得直跺脚。Молодцы, ребята. Еще раз прочитайте со мной. 老虎要吃小白兔。白兔关上门。白兔关上窗。老虎进不去。气得直跺脚。Молодцы. И еще один раз просто прослушайте. Чин тин во фаин. Лао ху яо чи сяо бай ту. Бай ту гуан шан мен. Бай ту гуан шан чуан. Лао ху чин бу чу. Чи де чи дуо джяо. Молодцы, ребята. Этот стих вам нужно будет выучить. 我们现在一起来做练习。Сейчас давайте сделаем упражнение. Страница номер 79, упражнение номер 7. Ответьте на следующие вопросы. Первый вопрос. 你今年几岁？你今年几岁？Правильно. Сколько лет тебе в этом году? 你上几年级？你上几年级？Ты в каком классе учишься? Следующий вопрос. 你是哪国人？你是哪国人？Ты из какой страны？你会说什么语言？你 ты 会 умеешь 说 говорить 什么语言？Какие языки? На каких языках? На каких языках ты умеешь говорить? Третий вопрос. 你早上一般几点起床？你 ты 早上 утром 一般 обычно 几点 во сколько 起床 встаешь？你早上一般几点起床？你早饭吃什么？Что ты кушаешь на завтрак? 你 ты 早饭 завтрак на завтрак 吃什么？Кушаешь то. 你每天怎么上学? Как ты каждый день добираешься до школы? 你每天怎么上学? Следующий вопрос. 你们学校有操场吗? 操场 это спортивная площадка. 你们学校有操场吗? В вашей школе есть спортивная площадка? 有几个? Есть сколько? 你喜欢上什么课? Какие уроки тебе нравится посещать? 你喜欢上什么课? Седьмой вопрос. 你今天上了什么课? Какие уроки ты сегодня посещал? 你今天上了什么课? И восьмой вопрос. 你喜欢吃什么? Что ты любишь есть? 你喜欢喝什么? Что ты любишь пить? Итак, ребята, на эти вопросы вам нужно будет ответить. 今天的作业– домашнее задание. Первое – прописать новые иероглифы. 足– нога, 走 – идти в тетради, соблюдая правописание по три строчки. Выучить стих на странице 78 и ответить на вопросы упражнение номер 7, страница 79, которую мы сегодня на уроке читали. 亲爱的同学们，谢谢观看。Спасибо за внимание, дорогие ребята. 同学们，再见。